Цветники во дворах промышленного района обретут надежную защиту. Впервые в этом году по просьбам жителей из местного бюджета выделили деньги на установку ограждений для палисадников. Также во дворах появятся парковки для машин. Это тоже пожелание жителей. Благодаря реформе местного самоуправления район приобрел финансовую самостоятельность. И все инициативы и замечания горожан быстрее находят отклик. Говоря о реформе местного самоуправления, хотел сказать, что вот общественные инициативы населения, они стали поддерживаться более оперативно. И пример как раз вот хотя бы по этим ограждениям. И поток как бы жалоб, поток обращений, мы видим, перенаправляется на уровне местного внутригородского района. Это тоже очень важный такой шаг, который позволяет разгрузить город, разгрузить область от решения таких мелких текущих вопросов, которые обязаны решать местная власть. В течение 2 недель глава Самары ездит по районам. Это утро Олег Фурсов провел в промышленном. За последние 8 месяцев, говорит, ситуация улучшилась. Здесь стало чище, но до идеала далеко. Дворы убирают неравномерно. Больше внимания нужно уделить обрезке деревьев и покосу травы на незакрепленных территориях, а также состоянию столбов. Зачастую они обклеены объявлениями и давно ждут покраски. Все замечания районной власти обещают устранить в кратчайшие сроки. Ну, как пример, какой-то двор, есть поломанное там ограждение, поэтому это вызывается в рабочем порядке, значит, управляющей компании, и в рабочем порядке мы решаем данный вопрос. Такие легкие замечания, они не несут больших финансовых вложений, а просто это работа. На выявление недостатков и их устранение работает целый отдел, административная комиссия. За полгода инспекторы уже составили более 900 протоколов и выписали штрафов на сумму более 3,5 миллиона рублей. При выявлении каких-то последствий правонарушения, значит, я повторюсь, ставятся четкие сроки на всех совещаниях, на всех встречах ставятся четкие конкретные сроки их устранения. Только после этого возбуждаются дела, если люди не реагируют. Есть результаты и административного воздействия, и просто разговоров, и доведения требований законодательства до юридических и физических лиц. Лето – горячее время для перекладки трубопроводов, сетей и ремонта дорог. Специалисты городской административно-технической инспекции по благоустройству следят за тем, обеспечена ли безопасность, установлены ли ограждения и как соблюдаются сроки. Кроме того, обязательно следят за тем, чтобы все работы по перекладке сетей производились до ремонта дороги, а не по свежему асфальту. Если, значит, дорога планируется, дорога предполагается плановый ремонт, до владельца сетей доводится информация о том, что необходимо произвести, значит, перекладку сетей в случае, если они неисправны, либо, значит, в ветхом состоянии. И до начала ремонта, как правило, производится перекладка сетей, ремонт, и после этого уже укладывается новое там асфальтодорожное покрытие. Специалисты ГАТИ по благоустройству мониторят и общее санитарное состояние района. Все замечания отправляют в административные инспекции, где на нарушителей составят протокол. Все это направлено на то, чтобы жизнь горожан сделать комфортнее и удобнее. Алина Чемерис, Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.